Вау, вау. Мэтт Сивэп, Талон Кинни, Слушай, Томас там замес Фехер. будет. Мне кажется, не замес будет, но гонка будет очень прям плотненькая на понтиаках. Да, я надеюсь, что я нормально поеду. Саня, посмотри там, что вообще с дорожками. Да, он занят, видишь, пока. Сейчас я запишу. Ну, кстати, погода вроде не такая жаркая, как в практике была. Да, держак получше. Совсем Вот там было очень-очень жарко. Надо посмотреть было. Вы не смотрите погоду? Не. У меня Я не понимаю, в обычно нравится. Фаренгейтах. А я всегда первым делом. У меня в фаренгейтах, я не понимаю, что это значит. Там каких-то 70, не знаю, 8, похоже. Что это такое? А, почему ты поставил шоу? Там стоит в Цельсии, я не понимаю, что это такое. 30 градусов, например, жарко. 40 вообще очень жарко. Нет, 21, смотрите, 18. Температуру трассы. По трассе, грубо говоря, да? 40 жарко. Самое главное, температура трассы. Понятно, а все равно зависит от и от погоды. Ну, это понятно, но у тебя может быть, например, солнечно и теплее, и холоднее, это хуже, чем теплее, но поэтому всегда надо смотреть на температуру. Но еще она зависит от места, где ты едешь. На американском трассе правило жарче, как он тонет, и там, как правило, всегда холодно. Ну, то есть там редко бывает, знаешь, 40 градусов. То есть здесь так реалистичненько погода. Че, температура трека 40 градусов. Ну, это много. Частично облачно, 26 градусов температура воздуха, ветер до 13 километров в час. Сейчас падает в северный. Лейквиль, США. Норм. Ветер немножко стих, опять растет. 8, 9, 10, 12 километров в час. Восточный, 14 километров в час. 15, ну, ух, 16. Здесь это... Ух, 17. Огонь прям. Ветер динамичный. Ну, видишь, да. Да, да, помню. А погода здесь не динамичная? Ну, только нет, ветер и температура может расти. Но в такой гонке, естественно, не динамичная. Потому что она просто не успеет быть динамичной. Да, блин, а вообще, динамичная, да? Да, динамичная. Температура. А облака могут уходить? Слушай, вот это, кстати, я не знаю, могут ли уходить облака. Но тут, например, еще прорезинивается трасса и нагревается трасса. Угу. То есть, ну, грубо говоря, от того, трек что... Трек динамический, да. Да, да. И ветер может меняться направление. И ветер, кстати, виден по этим, как его. А ветер сильно влияет? Но ну, на прямых, да, там это упирается. Не, ну в мазах ничего, ни хрена не влияет. В каких-нибудь формулах... Так, ладно, все, допустим, крути. Ух, 27 километров в час ветер. На формулах влияет. Что-то еще никто не показал время. А, ну правильно, сейчас посмотрим, подождем Руслана. Первый круг я косячу. В смысле, офф-трек? Нет, время. Плохое. Есть теперь 1.04, 1.0.
опять медленно вышло с той связки. Перед прямой. Бывает. Practice makes perfect. Practice makes perfect, понимаешь? Повторение, мать учения. Время более-менее. Ты хотя бы один круг установил? Просто тот я медленно проехал, а этот хотя бы 1.047. Это было бы нормально. 1.048 получилось. Да. В треке не было, зато пушка более-менее. Отписался 1.05 и почти 6. Какие там времена? Времена какие, Руслан? 1.03 Я вижу, да. Да ладно, подожди, если ты 1.04 проехал в целом, несмотря на офтрек, то в принципе ты, да, нормально поборешься сейчас. Нет, все эти задания идут, и ты одна уйдет. О, мотивы. И чё, хороший гонщик? Нет, просто я увидел. Сейчас я им отвечу. Форд здесь тоже просто один пробел, считай, два. Кто? Кто? Да, у всех так. То есть там не по настоящим правилам, да? Нет. Ну и это и правильно, потому что, знаешь, если бы еще тут были квалификации по 10 минут. Ну, мне кажется, интересно было бы. Да, ну это заебешься. Нет, самый оптимальный вариант. Хотя бы там сегменты, знаешь, там это... Ну, да, 2, ну ты. По 7, да, ну ты, слушай, это как бы... Опять. Там два сегмента. Не, на мой взгляд, здесь все оптимизировано между реалистичностью и балансом игры. Это самое, а формы там количество кругов реалистичное? Ну, примерно, да. Да, там реалистичные дозаправки. И дозаправки нет, кстати, ее нельзя дозаправить. Даже на тренировке ты не можешь заехать на топливо и долить топливо. Почему? Потому что формулы не дозаправляют, только в боксы закатываться. А в Индикаре есть, да, заправка? Да. То есть ты не можешь, вот, ну, например, на Мазде, ты можешь делать дозаправку и доехать просто на тренировке, не заезжая в боксы, это же, но... А здесь это вчера не было Инди 500? В смысле? На Special Event. Да, он был на прошлой неделе. Да. А? На прошлой неделе был, да? Да. Да. Нормально, смотри, три Мазды, два Пантиака, Мазда. Три Пантиака, две Мазды, два Пантиака. Гениально. Сейчас эти Пантиаки, ой, Мазды точнее, из... Нет, Дрю Экельсон дисконнектнулся. Он сейчас обратно законнектится. Вон он обратно законнектился. Я, кстати, не понял. Джеймс Лонг, который вот на Мазде, да, показал какое-то 1.03 время. Да, да. А у него 2000 рейтинга. У меня такое ощущение, что он просто, ну... Офф-трек? Да, офф-трек, и у него какой-нибудь круг выезда засчитался вот так вот, потому что... Ну да, возможно. Ну потому что 1.03, как бы, понятно, да, там... Надо уметь проехать. Ну да, это
Тебе не показывали, ну да, значит, человек с рейтингом 2000, я думаю, что, ну, 1.01, один как минимум проехал. Ну да, в общем, да. Из Пантиагов... А Томас Фихер, этот какой у него рейтинг? Блин, я стою на неудачной позиции. 1880, чуть меньше, чем у тебя. Примерно. И да. здесь все, ну, где-то вот. Потом Мэтт Сивеб 1900 и Талан Кинли 1900. Ну, вот. Я там у меня сам не стрелял. Come on, Brian, join me on the grid. Да, у остальных вот, ну, у этих двух. Ну, у Пантиака, кстати, 1600 всего сов, поэтому... В общем, Руслан надо одного погнать. Вот относительно, как он сейчас стоит. Готовимся. Старт. Блин, хорошо стартовал этот Томас Фих. Да. Ну ладно. Поехали. Ну, видишь, внутри стартовал. Удобно очень. All clear. Мазды? Не Алфрек. Да, да. Блин. Что-то он... Да, что он не отбывает. Не хочет. Слушай, Кейхер что-то поебали. Ничего, что он весь путает. Слушай, там из-за Мазды, из-за этой. Понятно. Тебя накатывает синенький. Я вижу. Почему синенький? А он сзади. Ага. Блядь, я ошибаюсь. Хрен тебе. Внутреннюю позицию не отдам. All clear. Решил не атаковать. Правильно. Слава минус. Great. Now I get to watch you fade off into the distance. Let's brush the gear. I tossed you a rope. You should have caught it. Да слушай, этот Фейхер нормально уехал. Да. Для какая-то медленная Мазда. У Фейхера 0.3 был круг и на 0.8. Угу, я вижу, да. Ну, у меня, конечно, борьба там была. Ну да, ну, ты один раз так видишь. Он 0.8. Вперед. Быстро будет принять. Я очень плохо прошел опять поворотом. Ну, я желтые буду, флаги, а? Да, прошел. Хотя получше отрезки тормозить. Не важно, нет, можно просто добавить свои пока. Пока не начнет просто. Да, да. А там не важно, можно резко затормозить, можно не резко. Там тебе все равно он динамичный. Да, да, то есть ты как бы можешь чуть-чуть скинуть и дольше проехать, или резко тормозить, и как бы на более короткий путь. То есть вот такой, ну, здесь тебя тормозят на определенное время. Да, определенное отставание. Ну да, да, сколько ты отыграл. Чувака мало. Просто, по-моему, я там что-то перетормозил. Я, то есть, ехал за ним там меньше, чем в одной секунде, а оказался в 8. Слоудаун будет
Маза сейчас так красиво вылетела на шикане. Прям подлетела. Это надо уточнить, но как в жизни. В классе или или вот если другой класс, то тоже нельзя обгонять. Я вот так и не понял. Надо почитать в правилах. Этого мазы хорошо. Там одна проезжала, вторая. Слушай, ты подускорился, но Финихер еще подускорился. Угу. 0-3, я бы сказал, 0-3, 120. Угу. О, а этого хорошо мазы. Вот прям попал. Еще один негатив такой. Мэтт Си Вэб. Сейчас они дадут шанс Руслану приблизиться. Время. Сань. Да? Время. Его. У него 3.4, у тебя 3.7. Отыграл хорошо. Он, я не знаю, что было, но он очень сильно пропросел. Он впереди. Да, это я вижу, да. Может, подошибся. Все, он минус. Нет, он... Нет, убрался. Я буду шансу у Руслана. Да, кстати, да. Ну, вроде разбился. Да, он, по-моему, разбил машину. Споттер говорит, ты вернулся на четвертую позицию. Какая нахер четвертая, я же первый. Но он общий счет. Да, я понял, что он общий считает. Да нет. Но он что-то где-то, то его таланки не обогнал. Да нет, да. Да, не разбил он машину. Блять, нахер езжай. Давай, драфт. 6 секунд за тобой. Да, я вижу. Я Мазда пропускал. Нет, просто говорю, что. Нет, сейчас у него крупный, потому что. Для него чуть-чуть морду. Не, он всех проехал, быстро, чувак. Хотя видишь его. Не знаю, он меня догоняет. У него на жопе. Есть. Не знаю, может. Ну ты пока, да, у него упал 3.6. Сейчас тоже упадет.
Сейчас, да, я мимо поворота пролетел первого. Ну, у тебя там 6 секунд. Да. А его еще чудо, он повредил. Он не может так быстро делать. Его вот этот, ну, синенький догоняет. Все-таки он уебался немножко повредил, но на секунду. Тебя отругался. А сейчас надо. Он отрывался, пока я там с маздами разбирался. Не, у него потом был до 2 с чем-то. И у меня. Ты же вспомни, я приблизился к нему, как раз ошибся, потому что я к нему приблизился. Практически одинаково лучше. 2,7. О! Вот, о! Все. В чем? Тебя спас. О! А он спас. Там я же не просел. Нет, ты очень далеко попадались, но вы... О, свинка, развернул. О, все, синенький решил не ехать. А, у него жопа. Ну вот и счастье, Руслан. Угу. Все, зачем? Ну, тебе бы еще одного погнать. Вот Талон Кинни, да, он в боксах. Все, да, Талон Кинни, он в боксах. 1:02.904 Гена, а у тебя вообще все? И в боксах, Бейкер, Уинтер. Слушай, я так понимаю, что Рекомендуя, мы с ним делаем контент-бейкер, да? Да, поэтому тебе нужно не так знать. Я так что, приближался, но это же для вас. У вас вообще последний круг. Kind of slow into it, I think that's why you slow out. Ну, Талон Киви там побил. Угу. Ну, причем Талон Киви он вначале выбил. Выбил. Да, то есть там как получилось, смотри. Бейкер пропускал Мазду. Угу. После, ну, как бы, а Талон Киви там, знаешь, за Маздой вернул прав огонь. Угу. Да, то есть он оставил попасть. Mm-hmm. Потом начал, соответственно, between those two corners back there, try to slow down a little bit. It'll help the urgency. Воспользоваться этим моментом. Вагончиком, и как бы, знаешь, присосавшись к мазе, туда... Mm-hmm. Ну и, соответственно, как бы, а это не собирался его пускать. Это было бы быстрее. Не собирался пускать этого. Mm-hmm. И как бы тот его разгребал, и еще и скажем, да? Mm-hmm. А тот, сори. Ну вот, в общем, уебал этого вообще помял эту бомбу. И дальше поехал, и у него его развернуло, то есть что-то еще там задняя подвеска чуть-чуть была кривоватая. Нет, Джеймс Лон. На Мазде чувак, который вроде как должен быть быстрым, но ехал очень медленно. Какой-то странный. Где нам прям... Так пришлось посражаться. Угу. Ты его догнал? Там хорошо, а темп 20%. Угу. Да он же ошибку допустил, там уже все, ну, до да, заражения. Да. Хотя мог бы нагнать меня, да, но было бы поинтереснее там хотя бы. Не, потом уже 6 секунд он бы не отыграл. Вообще да. Ладно, даже похоже темпом. Если ты не делал ошибку, 6 секунд, то надо по полсекунды на круге отыграть. Да тут с такими маздами, знаешь, попробуй. Вот я сейчас, Вильям с собой едет передо мной, короче, гребаный француз, видимо. И он едет очень хреново, но вот он старается меня обогнать, понимаешь, везде. Вот во все дырки лезет. Мазды у вас вообще не включаются. Да, да. Соответственно, мне проще, знаешь, притормозить и пустить его, да, чем упираться. Вообще дичайший, ну, ты не знаю, что это. Кто эти люди, кто это,
А в поворотах очень медленные. Ну да. Pass right, pass right, pass right. Давай, pass right. Got one on your right. All clear, all clear. Да тут, да, они везде должны быть быстрее. I think I'm just slowing the gas. Не знаю, у меня вообще отлично все. Я вот скользил больше. Может быть. That first turn, gotta go out and come back in. And don't get any curves. You gotta hit it perfect, and then you can accelerate the whole way. I'll show you here. Сложно ее убить. Скорее гонку будет заканчивать. Чуть-чуть притормозим. Что вон я сейчас 2.9 поехал. Значит, у тебя перегрето, да. Сильно. Ну вот садись, 100 кругов, короче, проедь. Измени стиль. Ну да, кстати. Привет. Здорово. О, Норвег, привет, привет. Чё там смотрите? Блин, чуть-чуть вон не. Гонку мою и Руслана. Да. Да, да. Посмотри, у меня на Твиче трансляция идет. Она уже скоро закончится. Три круга осталось. Тут, правда, как обычно, ничего интересного. Пейзаж уныл. Блин, нас с ним одинаково. Он шипит, я шипу, что он. Ты его проехал? I did it perfect that lap. Что такое плюс красное наверху плюс? Ну это я отстаю от своего оптимального времени на это время. Понятно. И каким ты едешь? Первый. Уже написано. Справа. Just can't seem to get myself to hit the gas halfway through that chicane. I just can't seem to do it. Руслан, измени стиль. Измени стиль. Я сейчас пытаюсь его все-таки догнать. У тебя резина перегрета и так, понимаешь? У тебя не получится догнать его.
Yeah, только еще больше убьешь резину, перегреешь, и еще будешь хуже ехать. Норвег, а ты Индикар смотрел вчера? Да. Вот где? Слушай, круто, я вчера писал. Once you get consistent with the line, then when it gets hot, straight, you can do it, or just, then you just fight the car, you're not really fighting the line and the car. Да нет, ты уже не слил. Мне кажется, что его, что если бы он выиграл, это бы окончательно. Ты знаешь, для американцев, когда выиграл Японию, тогда, в принципе, тоже практически Перл-Харбор второй раз. Да ладно вам, Такума Сато уже там такой американец. Он столько лет там живет. Ну да, в принципе, тоже думаю, что он там такой. А это японец, он везде участвует? Почему везде? По-моему, только в Индикаре ездит. Вообще он 7 лет в формуле ездит. Ну это давно было уже. Да, да. Причем он ездит где-то во второй десятке обычно. Ну да, как и Алешин. А вот, кстати, Костроневец, с которым он боролся, 4 раза выиграл. Нет, 3 раза бежу. Да лучше в Индикаре тоже каких-то раз в серии где-то, но все равно лучше начать. Нет, сейчас одна Индикар. То есть это все идет в общий зачет, сюда надо, да? Недовольно. Да, да, да. Но Индии, как бы, считается отдельно. Лиман. Good win, Carlos. Гонка была прям напряжённая. На байрейсинге всегда спешл ивенты на неделю раньше обычно. На самом деле интересно было посмотреть. Фух, я наконец-то финишировал. А почему на неделю раньше? Great потому job, что, driver. Ну, как бы люди, кто едет на спешл ивенты, они тоже хотят посмотреть обычные, чтобы, ну, не пересекались, понимаешь, да? То есть. Пипец, 13 кинков. Круто. Сейчас посмотрим. Ну там перещелкиваешь, да. Нет, это сначала, да? Да, две стрелочки назад нажимаешь. Да и вот смотри, где у тебя кнопка пауза плей. На раз, два, три. На третью кнопку от нее. Либо на вторую слева. Да, да, да. А потом ты этот самый внизу круги отматывай. Потом три круга квалификации. Все, да, все, да, пишу. Да, я все, я понял. Всю сессию пишу. Повторы в рейсинг, конечно, очень круто сделан. После порции вообще просто. То, что можно посмотреть, любой круг, с любой камеры отмотать быстро. Ген, как тебя он обошел? Кто? На старте просто лучший старт у него был. Может быть, он, не знаю, со сцеплением там на ручке играет или еще что-то. Ну, он справа стоял. Он, во-первых, еще внутри был, понимаешь? Не, ну он тебя проехал уже до поворота практически. Ну да. Внутри и чуть сзади. Ну, может, ты просто чуть хуже стартовал. Чуть хуже стартовал. Опять же, да, у меня я на автоблипе. Это тоже немножко уменьшает скорость разгона.
Нет, ваш радар вообще не замечает. Не знаю, по факту вот получается, что там все, кто на этом, на обычном сцеплении быстрее разгоняются. На сцеплении, да. На сцеплении. А автоблип и сцепление, да, потому что его можно просто тупо. У тебя он такой. А там его можно, ну, быстро очень нажимать. Но не сильно. Не как Ford. Ну и вот там два переключения, по сути, что. Ну, первый старт, да. Первый как бы нормально. То есть первый хорошо дает. Угу. Дальше уже не так дает. А первый, конечно. Ну, вот. С сцеплением еще можно стартовать, как бы. Ну хотя на Pontiac с отсечки. Ты понимаешь, можно. Да много здесь отсечки, но с отсечки и все же на сцепе там, не знаю, как-то хэзэ. Вот я смотрю, Мэлоун, да, там едет, когда он на сцеплении, у него всегда старт лучше, чем у многих других. Понятно, там опыт, практика, все дела, но если он с конца стартует, там наверняка чуваки едут так же на автоблипе на каком-нибудь. И они значительно хуже стартуют. Да не знаю даже, нет, наверное, сегодня уже не поеду. Да ладно. Так а смысла нету. Не знаю, что. Может, устал? Я не знаю, почему. Надо, что ли? Ну, Норвег пришел посмотреть. Ну, сначала бы я посмотрел бы, на самом деле, Бона. У меня, кстати, тебе вопрос. Один знакомый чувак, такой знакомый, хороший, один знакомый хороший, своего друга рекламирует, короче. Я могу купить материнскую плату новую. Рок Максимус 9 Колд за 12 000 рублей против 16, который он стоит в компьютерной версии. А почему так дешево? Ну, короче, это чел, вот, который мой друг, он там должен был мне за кое-что для него сделал. Вот он мне сказал, типа, ну, говорит, что тебе надо, типа, что такое? Я говорю, я ничего. Просто так, ну, ненароком мы разговаривали, узнал, что я комсомол. Он говорит, у меня есть знакомый, который работает типа у крупного оптовика. Вот. И, короче, он сказал. Нормально, надо брать просто за эти деньги, там стоит этот. Это хорошая? Бона, это хорошая? А ты меня скинь, да, точно. Нет, нет. А, нет, это не видео, материнская. Ой, материнская, да, это хорошая? Да, но вообще максимум ты. Да, максимум пески, мне точно название, чтобы, ну, еще раз, то максимум пиздатая. Да, если это максимус на 270 учили, то нормально, может достать 170. Да. Ну, очень скинь мне точное название ее, я посмотрю. Ну, или там ссылку. Ну, вообще, да, охуенно. Нет, ну, ладно, так представляешь, что он был начитан. Короче, у меня минус 6 рейтинга и минус номер 6 сетки. Ну, нормально, в общем, в целом. Да, кстати, вот этот Томас Фехер, машина-то была повреждена. Крыло помято у него, но колесо вроде на месте стоит. Но все равно немножко, потому что оно чуть-чуть удар был. Да. Чуть-чуть уже кривенько едет. Ну, не кривенько, как бы. Ну, там вполне возможно немного геометрия подвески изменилась. Да, здесь же достаточно, ну, хорошо идем. Дома модель повреждения подвески. Угу. Так, я поеду еще одну. Да, я тоже поеду. Через сколько? Поэтому. Здесь бывает даже на Индигаре, там много не ехал. Вроде бы нормально, а потом раз, понимаешь, что ты там полсекунды так руки теряешь. Ну, вот, чуть-чуть колесом там уебался, как-то, да? Угу. Ну а что у тебя? Угу. Так, а где эти бомбанулись-то? Фехер. Так, ладно, я, короче, зарегистрировался. Пойду перекур. Ты куришь, что ли? Нет, я подпопьем. Я скинул в чат ссылку. Ага. Я не знаю, ну, потом подойдет она мне или нет. Нет, в чате ссылки. Да, нормально, 70-й этот чип. Не, надо брать, офигенная.
Бона, она лучше той, чем мы. Да, Максимус лучше, естественно. А ты им советовал бою, да, за 200 лет? Жесть, он, конечно, поступил, Фехер. Понятно, что там бомбанулся, но, блин, так выбивать, конечно, некрасиво это. Ну, может, он не заметил, конечно? Да ну, брось. А, ну, слушай, все он заметил. Офигенный Максимус, который с Wi-Fi, с Bluetooth. Да, вообще бомбическая. Да, офигенная. Она так стоит, как моя, но она намного лучше. Да, да, согласен. Надо брать. Охуенно. Ну, хорошо, я тогда скажу ему. Он сказал, прям... что к середине месяца он даст. А почему он именно мамку может, а как бы, ну... Ну, я не стал, он, как бы, я не стал ему ничего грузить. Uh-huh. Он говорит, что тебе надо? Я говорю, ну я сейчас буду покупать материнскую плату и блок питания. Ты скажешь, uh-huh. ты будешь покупать видюх, может, тебе сейчас 1080 Ti и подгонят дешево. Он посмотрел, короче, сказал, что блок питания такого, типа, нет в России, дешевого. Он говорит, а видеокарту, говорит, я могу посмотреть. Посмотрел. Ну, вообще отличная тема. Заебись, заебись, да-то, слушай, ну. Сказал. Но он говорит, что у них на работе, типа, можно делать это раз в месяц один девайс. Ну, то есть, чтобы не наглели, можно один девайс, типа там и... у них там какие-то. Материнку это вообще бери. У них какие-то. А, и у них еще ограничения, он говорил, там что-то до 400, что ли, долларов, что-то такое. Ну, то есть, типа, дороже 400 баксов нет. Короче, скидка для своих. Ну, в общем, нормально, нормально. Бери. Возьми эту, возьми материнку, если там получится. Перекручка. Как раз тоже до 400. Не, ну в общем, бери материнку пока и все, вообще охуенно. Хорошо, я понял. Пока дают, бери. Ну да, я завтра ему позвоню, то расскажу. Так, ну что там, гонка, когда начинается? Через 15 минут. Так, пошел. Угу. Сокет 1151. Да, да, все, все правильно, все тебе подходит, я посмотрел то, что. Угу. Хороший чип, все есть. Очень быструю память можно поставить, если вдруг тебе захочется потратить много денег на память. А зачем? Ну, общем... чем вообще эти максимумы между собой отличаются? Слушай, наворотами. Это хорошие. Ходы прям. До 17. Формула V8 потерял сразу. Который Рено раньше. 3,5 литра. Ну да, бывший Рено. Ну, Рено 3,5, который. Thank you.
Думал, нас бросил, видишь, не заходит. Дементор, все, халявное пиво, сделало свое дело. Я тебе говорю, он тестирует педали. А Дементор тестирует новое бесплатное пиво, да? Да. Он вчера только сказал, как раз, что у него Unlimbo пиво там сегодня исчез. Почему? А что за прикол? Ну, у него же там все включено. Почему исчез? Ну, он не писал ничего, да не было там. Просто Wi-Fi, я так понимаю, что там. Он же говорил. Но смешно, то есть он сказал, что у него Unlimbo пиво, и сегодня уже... Ничего не писал. Ну а что, он Unlimbo пиво, блядь. Такая вещь-то. Не просто так тебе все. Да правда, вот пиво непонятно. Прием. Да, прием. Блин, короче, на гонку собрались, походу, делать все те же самые. Почему? Ну, опять это Вильям Савоя, Гонзалес Риос, Хуан Альберто. Ну, эти, на Пантиак. Медленные парни. Ой. Руслан, ты же в этом едешь? В общем, Саня, Нодарвик, лучи зависти в твою сторону будет, если ты такую карточку возьмешь. О, материнку. Согласен, двойные. Поэтому лучше не бери. Правильно. Потому что лучи зависти от городов просто страшные. Дальше двойные квартиры. Ха-ха, черт возьми! Нет, конечно, у меня будет алиби, что я скажу, слушай, неужели ты думаешь, что я поеду из Москвы срать тебе в подвес? Так. Хорош полететь, темы, схемы. Вообще, мы все свалим на Воронеж, скажем, блин, там Воронеж, у него руки длинные. Скажем, ты посмотри на говно, явно видно в Кто
у кого-то прояснение. Саня, ты там? Да, я тут расскажу, что ты хороший. Да я наушники просто подключил. Сам тебя. Телефон. Заметно. Да я... Надо сесть, попробовать. Не, ну сейчас старт будет интересен. Согласен. Надо разобраться тогда. Да что там разбираться? Скачал ОБС. На Twitch зашел, нашел там ссылку. Ой, не ссылку, а ключ. В ОБС настройках прописал этот ключ. Вуаля. Ну там. Программа для стриминга. Нет, нет. И ни у кого нет. А, кстати, может не OBS же, может там тем же самым NVIDIA. Да, да, я не хочу OBS. Но принцип тот же самый. На Твиче надо ключ. Он на разделе настроек. Этот YouTube наберешь, как транслировать. Сили там быстренько все нарисуют. Да я да, я. Промазал. Промазал мимо поворота. А, еще я в трек словил. Меня вот бесит, короче, в iRacing, то, что, знаешь, когда ты по поребрику едешь, и в конце поребрика, если, не дай боже, земля, ты ее цепанул. Все, оф трек. Где нас скажешь, когда гонка начнется? Да, она начнется в половину. Ну, точнее, сама гонка попозже. Надоело мне. Будем смотреть за практикой Руслана. Руслан. А, ты не едешь? Ужас какой. Тогда мост эксайтинг. Вот так вот. Даже по приколу стало.
got a slow car on the right. Эдуардо итальяне. Блин, да что ж вы гребаные Мазды-то, а? Еле ездите. Ты о чем говоришь, что Мазда едут медленнее, чем Pontiac. Это прям смешно. Хотя вот вспоминая себя в самом начале, я тоже медленно ездил. Нормально ты. У тебя просто практики и опыта меньше. Ё-моё. В Шикане? На выход. На выход. Зараза. Я смотрю обычно там, где передача пишется. Ну да. В Division. А ты что смотришь на iPhone? На iPad. Как круто, да, когда столько техники. Все можно смотреть. Обложился просто. Да, да. Так. Посмотрим сейчас, что за погодка у нас. Ну так. Слушай, неплохая. Да ну так, на самом деле. 27, 38 трек. 38 трек. Он лучше, чем было. Был 40 трек, да? Че, начинается уже? Ну сейчас практика перед гонкой, потом квалификация, потом гонка. Забыл сказать, когда. Да, да. Слушай,
Да. Как он приедет, да? Да. Отдыхает? Меня нет. А ты обычно смотришь какой-то? От оптимального. Лучшего. All time, да. Меня нет. Ты оп-лап смотришь, или оп-сайт, всякое? Лап. Вот, кстати, на практику я включаю автоматный сервис, больше. Понятно, как все это. Да, каждому свое. Это же не дает тебе, правильно, там ни времени, ничего, просто понимание. Мне проще ориентироваться от времени всего. На самом деле, когда видишь, что ты не видишь, не своешь, то где-то дает такой психологический. Когда не видел, очень плохо. Я как бы не слежу со времени, сколько я делал. Зараза. Не, чувствую, я держал победу в этой гонке. Чувствую, я вторым приеду. Блин, это плохо, конечно, что у нас всего двое, блин. То есть я понимал в минусе, ты был в плюсе. Да, да, да. Есть смысл ехать гонку? Конечно, есть, всегда есть смысл, это практика, в конце концов. Блин, ну это, конечно, обидно, обидно. Да, та прям прикольная была 7, где. Угу. Сейчас неинтересно. Чё так народ интересно спринтяков забежал? Такие не я раскурили? Такое, прайм-тайм всё-таки по 11. Ну, я так и говорил примерно. На самом деле там с 9. Руслан, о чем ты говоришь? Интересно, когда борьба есть. Вот это интересно. Когда едешь просто круги, хот-лап за хот-лапом. Ну это понятно, блин. Не такой ценой, не за счет тебя, понимаешь? Да, вот разве что будет интересно. Сайт. Город. Нью-Йорк. Да. Он спасает город, когда вы ставите. Ты приехал. Под ним глазом. Я еще и отключил. Жесть. Саня, расскажи, как твое велозабег, велоаппарат? Сколько километров ты проехал? Два или три? Ну там просто короткая, это из центра до дома. Кратчайший маршрут. До твоего дома? Ну да, где я живу. То есть все ехали до твоего дома? Ну это рядом, я живу. Вот, конечно, право. Видели все около дома Норвега. Это вообще дом Норвега. Да, типа того. Вот в пятницу я проехал 50 километров, это было, конечно, круто. Я
Сейчас вот тут 30 минут. Саня, надо на сотку уже. Ну, офигенно, я в проекте 30 минут. Я сотку один раз проехал, чуть не умер. Потом еще километров 5, по-моему, плавания и 40 километров бега. И вообще на Iron Man можно ехать. Нет, там 100 велик. 100 велик. 180. Да, 180. Да, 3,8 плавать, да. И 40 километров бега. 42. Это полный, это полный Iron Man, а можно, да, половину. Можно половину, да. Даже ко мне тут приехал чувак. Ну, знакомый такой говорит, я хочу, типа, на Iron Man собираюсь поехать, типа, в конце лета. Я говорю, ты что, дебил? Ты думаешь, тебя там кто-то ждет? Ну, там никто никого не ждет, понятное дело, что. Он говорит, не, а что такого, я поеду? Я говорю, во-первых, тебя туда не пустят. Почему? Потому что на Iron Man пускают только тех, кто половинку прошел. Разве? Да. Да, и, короче, Iron Man, их есть вообще... как бы дохуя во всех странах, но основных 4. Это Австралия, Америка, Германия и еще, блядь, какая-то страна, не помню. Подожди, ты Великобритания назвала, это прародитель всего Айронмена, где проводится. А, ну да, сам. И Британия, вот что. Действительно. Вот, и короче, они такие, типа, думают, такие, ну мы, типа, поедем туда-сюда. А я познакомился, я вам, по-моему, рассказывал, когда в Барселоне отдыхал. Познакомился с чуваком, который работает на Facebook, пишет приложение. Так. Он вообще немец, но живет в Барселоне. И вот он занял в Iron Man 4 место. Ага. Он выглядит как такой, знаешь, отсидевший 40 лет в тюрьме. Он весит килограмм 40. Ага. Велосипед стоит 1700 рублей. Ну, он такой, типа, велик у него этот, специально навороченный. Ну, кстати, еще недорого. Вот, ну и короче. Воронежский олигарх, хватит там свои комментарии по поводу недорого. Не, у меня у знакомого поспели. Ну и он, короче. Сколько у него велосипед стоит? 600. Ага, ну. Хера себе, недорого. Вот, и короче, он занял. Для Руслана это недорого. Нет, я говорю, что это, ну, велик все равно дороже. Ну. Четвертое место занял чел. Так ты, я думал, сейчас расскажешь историю о том, как его не пустили, потому что он не прошел какую-то предквалификацию. Его пустили, я не рассказал самое главное. Так вот, для того, чтобы, как бы, он, когда начинал, он на Iron Man, типа, там гонял много раз. Вот в связи с тем я специально сказал, как он и где работает, потому что он готовился, ну, где-то по 6-7 часов в день. Угу. То есть каждый день у него были тренировки. Не, по 6-7 часов. Значит, ты говоришь, там, на победу бежать, например, или на то, чтобы просто пройти? Ну, я тебе могу сказать, что там дают на всю трассу, по-моему, 8 часов. Ну, там определенное количество времени, но, да, по-моему, не 8. Ой, ну, нет, не 8, 17 или 18. Да, что-то. Да, там довольно-таки много, но это понятно, но там какой-то, короче, записался из серии чувак. Вот только-только он, блин, вчера дома сидел, пивасик пил, короче, и он все равно уложился в это время. Ну, сила воли, как бы, сидела. Ну, хуй знает. Тем более, что там одному, как бы, непросто. Ну, то есть, там нужно, чтобы были люди, которые тебе этот велосипед там организуют. И так далее. Да мне вообще кажется, что даже, ну, просто, вот ты представь, ты просто для начала давайте пробежать 40 километров. Вот, Бона. Бона, я вот с тобой полностью согласен, потому что проплыть, я бы проплыл бы, блядь, 10 километров. А вот не зарекайся. Я бы на велике бы проехал, я просто, ну, как бы, я знаю, что говорю, я бы на велике проехал бы эти 180 километров. Но, сука, ебаный, 40 километров бежать... Для меня стало сложно было проплыть. Это пиздец. Бежать... Блин, одна маска, но такси не в тему. Не знаю, 42 километра на самом деле сильная задача, не такая уж большая проблема. Долго, сколько нудно, бегал, меня... Я бегал максимум 25 или 27 километров. Блять, это я горжусь тобой на самом деле, потому что для меня бег, блять... Это дохуя, да. Ну, это очень утомительное занятие, мерзкое, ну, отвратительное. Знаешь, для меня плавно не утомительней. Вот мерзкое и отвратительное. Мне просто, как бы, не то, что там, блять... Так, гонка. Меня... А, гонка, да? Угу.
Меня просто это, блядь, раздражает. Именно сам бег. Угу. Петь его не могу. Аналогично. Да, намного интереснее. Под ним тем же местам, причем ехать, что бежать, вот ехать интереснее. Да мне вот просто скучно. Бежишь. Уже. Вот. Уже так. Чё там? Чё? Даже если вокруг тебя народ. Чё? Уже в те мысли передумал, уже не знаю. Не знаешь, чем занять свой мозг. Ну это приятно, да. Она еще просто не подключилась, может. Там это одна Мазда, ее в конце концов можно пропустить и все, спокойненько ехать себе. Да, все подключился. О. Так это Понтяки медленнее. Да, Понтяки. На Маздах 2. Ой, на Понтяк. Ой, много. Все остальное лобби. Понтяк хуже едет, чем? Медленно. А, то есть вы будете отставать сейчас? Да. Но не факт, тут, знаешь, половина народа. Хотя сейчас ехали все быстро. Все быстрее, чем я проехал. А да, ты еще завис или что-то еще происходит? А, нет, не завис. Может, кстати, зависнуть. Не, все нормально, себе поехали. А, это же Twitch, там где-то нормально. Задержка. Ну, задержка просто. Да, на Twitch это норма. О, вторых заработал. Ёшкин кот, надо же. Кто заработает? Я. Ну сейчас увидишь там. Ё-моё! Да... Фу! Блин, вот они козлы! Посмотрел там некоторые люди, видео. Видео, блядь, никогда там не будет никакой этики. Маза стоит еще. Ты, Руслан, под желтыми флагами обогнал, ты в курсе? Мазда? Ты обогнал меня под желтыми флагами. Ух, ничего себе, Гена, тебе повезло вообще просто. Чё, какие темпы? Я Мазду обогнал, езжай, Мазду, она вот из-за нее желтые флаги. Нихера ты там стоял. А там, видишь, сразу появляется надпись о том, что я должен замедлиться. Вот я и замедлился. Я что-то упустил, засмотрелся на эту Мазду и пропустил точку торможения. Ну сейчас зато будет интересно. Ой, будет интересно. С Русланом будем соревноваться. Что-то Руслан очень медленно. Потому что ты неправильно входишь. Слишком узко? Да. Да, чуть-чуть пошире ходи. Не запрыгивай, старайся не запрыгивать на этот поребрик, на первый. На правом. А я вот хотел проехать и спрашивать. Кажется, нормально я запрыгиваю. Ну, вообще нормально, но, блин, там нормально от ненормально отделяет пару сантиметров. Давай, Руслан, давай. Вперед. Чуть пораньше тормози, потом разгоняйся все время. Понял, Руслан? Ну, первый поворот налево, нужно чуть-чуть пораньше притормозить, чтобы совсем внутрь уйти, да? Потом зато нормально разгоняться.
сейчас вот как-то очень медленно, как скорость очень далеко зашел. Ну, наверное, сейчас. Ты медленно просто в принципе шел. Да, поинтереснее, что было. Ну, чтоб Саня там не скучал, пока смотрит Twitch-трансляцию. Чтоб была псевдо-борьба. Да. Здесь ты, короче, на первом повороте, ты очень широко идешь, Руслан. Очень широко. Опять ты широко вышел. Съехал больше внутрь, больше налево. Съехал на выходе направо, съехал с бетонной этой полосы. Надо четко в ней держаться. То есть как можно правее. В принципе, сейчас нормально прошел. Здесь ты что, газ отпускаешь, что ли, в правом повороте? Ну, иногда. Не надо. Ну, иногда только если ты совсем не вписываешься, надо. All clear. А вот вылетел, понимаешь, вылетел. Потому что руль не довернул влево. Вправо, точнее. И, вот здесь вот и надо... опять вылетел. Четко по бетонам. Или даже вот в первом повороте, левее. Ну я, да, обычно вот так вот. Еду обычно правее. Воу! Блин, еще один автотрек. Ну и ладно. Не правее и тормози и налево. Ты очень потерял время, потому что ты избавляешь скорость. Ты должен здесь налево и уже газ не отпускать, направо ходить. Все время разгон. А это нужно вот с более широкой траектории вовнутрь сильнее нырять. И так и оставаться, стараться... Ой, опять в трек. Оставаться внутри. Да я у тебя... Ты не туда улетел просто. А я заболтался и слишком вот это, направо завернул. Вот сейчас давай-ка я тебя обгоню. А, ну я тебя в любом случае обгоню, не притормаживай. И посмотри, как я тут поворот прохожу. Ну давай, я тебя жду. Все, я с тобой. Смотри, видишь откуда? Угу. Притормозил чуть-чуть и потом просто газ отпустил и газ. Смотри, ну по ребрик не надо цеплять. Да. Нормально, мы его не надо цеплять. Здесь ты вот сейчас это не так. Не так, да, это я тут это из-за Мазды. Да. Здесь только приотпускаю. Воу. На поребрик не надо запрыгивать. На чуть-чуть. Если поребрик цепляю, на чуть-чуть. Я забрасываю, да, туда? Да, ее внутрь сразу. Доворачиваю.
Ты на полную едешь или чё? Чё? Ты на полную едешь или чё? Тобой, да? Не-не, ты очень далеко едешь. Не, ну я не проеду. Так, ты наоборот, я тебя специально притормозил, жду. Взяли, чем меньше у тебя руль повернут, да, тем выше у тебя скорость. Здесь тоже вот тема по ребрик цеплять колесом передним чуть-чуть буквально. Да, машина чуть-чуть доворачивается и чуть быстрее сбрасываешь скорость. Видел? Внутри остался. Внутри, все время внутри. Ой! Здесь вот перчика. Эй, обгоняй. Да, ладно, ну ладно. We're on your right. All clear. All clear. Я обычно здесь перчика, еще понижаю передачу. Да, на третью. Ее тоже разворачиваю. На третью. Ты смотри, сейчас давай догоняй, я тебе покажу, где там нужно. А, ладно, сейчас Мазда пропустим. Ой-ой-ой, господи, я в треках не хватал. All clear. Так, там кто-то едет, давай пропустим справа, встанем. Все, поехали. Сейчас будет не быстро. Вот оно. Сейчас залет много. Thank you, please. Thank you. Thank you. You're welcome. Нахватали. Да, я точно нахватал много. Ты как там, разбил, да? Ты впереди? Что? Ты впереди? Да. У меня, по-моему, машина повреждена. Ой-ой-ой, тут долго чиниться. Что, там одно быстро было? А, ну да, кстати. Давай, давай. Да не, есть. Давай.
проходил, я плюс один круг. Че у тебя? У меня сейчас плюс один круг получается. Почему плюс один? Ну я проехал круг. Ты заехал на пит-стоп, а я проехал. Я круг. Не заехал еще. Проехал? Нет, я там пропустил. Давай, да я приезжаю пит-стоп. Там только аккуратно смотри, по желтой линии там все дела, то да. Тебе лишний проезд дадут. We have a 12 car on the right. Скорость на 5, чуть побыстрее можно. Так, это мой. Или твой? У меня мой. Блин, а я галочку не убрал с этим. Убирай, убирай сейчас, пока тебе там до конца все не поменяли. Да, да, он там. Пейскар. А, говорю, вон. Да? Да, да. Раз увидел. Pass left. Понял, да, вот в этом повороте в первом налево. Не старайся в этом повороте первом налево, ну вот в этом вот сейчас, который мы приезжали, не старайся на выходе прям очень рано открываться и давить на все. Смотри, что у тебя, смотри, что у тебя, да, машина как бы левее оставалась, да, чтобы не выезжала на середину. И как только ты вот бетонная полоса закончилась, все, дави газ и вправо уходи. Да, да, да. Здесь тоже на первом повороте не забывай помогать на торможении сбросом передач. Что я сделал? Что я сделал?
бесплатно. Че, пошел? Да, пойду спать. Давай, Сань. Давай, давай. Давайте, давай, увидимся. Услышимся. Пока. Угу, пока. Ну, Руслан, ты чего медленно едешь? Давай, давай, поедем. Не-не, езжай вперед. Я теперь посмотрю, как ты едешь. Какие ты сделал... Ой, что ты рано тормозишь. Нормально. Смотри, не старайся здесь уходить сильно левее, да? Там можно вот на выходе... На выходе... Сейчас Mazda проеду, объясню. Там тихо, там Mazda. Вперед, езжай вперед. Руслан, ты где? Блин, вылетел. Блин, Руслан, ты чё? Ты понимаешь, что Mazda уже финишировали? Блин, ладно. Лучше это, конечно, в практике этим заниматься. Ай, погоди, а я кого-то зацепил, да? Не, не знаю. Нет, по-моему, все нормально. А, это я вперед уехал, решил. Угу. Смотрю, не так. Я опять еще один получил. Так, ходи, а тут последний? Да. Да, все. Куда ехать, да? Да. Checker flag this time by. Alright, man, let's bring it on home and get out of here. Я уж повторно интересно смотреть. Ладно, на этом хватит. 6? Ну это неплохо, 6.